Всем привет, это Марина, игра минималистов 465 вещей за 30 дней. Сегодня 17 сентября, я подобрала 17 вещей для того, чтобы их расхламить, и сейчас вам их все покажу. А сразу скажу, что вещи уже искать очень сложно, поэтому будут разные, и в том числе какие-то визитки. Пытаюсь все уголки просто посмотреть у себя дома, чтобы обнаружить какие-то вот такие странные, непонятные вещи, которыми мы не пользуемся и которые уже не нужны. Давайте начнем с бумажного. Ну, конкретно с вот этих визиток. Это отель в Турции, студия мебели, вот какие-то пассажирские перевозки. Тут нам давали информацию по пылесосу, когда мы выбирали. 4 штуки. А потом еще вот такой бейдж, он уже очень долго лежит, абсолютно не нужен. Вот знаете, бывают такие вещи, вот эти таблички с всяких презентаций, бейджи, какие-то шнурки. Кажется, что они могут когда-нибудь пригодиться, но на самом деле это бывает очень редко. Поэтому такой бейдж — это 5-я вещь. А ручка со сломанным колпачком — 6-я. Инструкция от зеркала из Икеи. Такое зеркало мне подарила начальница на работе. Очень классное. Мы пользуемся им каждый день. Это от него инструкция. В общем-то, здесь как собирать это зеркало. Ну, я думаю, мне это уже не нужно, потому что зеркало я собрала в первый же день. Кстати, очень легко. Мне понравилось. Я никогда раньше не собирала ничего из Икеи. Ну, вот, интересный такой опыт. Расхламляю. Дальше покажу коробку и инструкцию от Плойки Ремингтон. Показываю вот одним комплектом, как одну вещь. Ну, хотя можно было бы засчитать и как две. Я просто приняла решение в самом начале этой игры, что я не буду показывать какие-то здесь коробки, банки. Вот, ну, я имею в виду вот эти пустые баночки от косметики. Это будет все отдельно. Коробки тоже показывать нет смысла, потому что мы недавно переезжали, и их очень много всегда. То есть можно было бы половину месяца только вот коробками забить и сыграть эту игру до конца. То есть, ну, мне кажется, это немножко было бы нечестно, поэтому просто вот это вот я как одну вещь засчитаю, как один комплект, потому что это реально у меня хранилось. У меня почему-то, знаете, есть такой пунктик, что вдруг я эту вещь буду кому-то куда-то продавать, когда она мне разонравится, и вот у меня не будет коробки. Но на самом деле коробка, наверное, не так сильно добавит к цене, поэтому я от нее избавлюсь. Инструкция то же самое. Все и так прекрасно разберутся, как пользоваться такой вещью. Но и в то же время я не собираюсь ее продавать, поэтому вообще не вижу смысла. Вот считаю как за одну вещь. Дальше тоже как за одну вещь считаю вот такие вот распечатки со свадебными платьями. Это мне нужно было раньше, а сейчас уже не нужно. Вот так вот одним комплектом просто посчитаю как за одну. Думаю, ни у кого это не вызовет каких-либо претензий ко мне. А пакет бумажный из магазина Intimissimi. А потом это у меня расхламление от моего мужа. А вот смотрите, такая абсолютно бесполезнейшая вещь. Это, знаете, такой типа как воротник, который отстегивался от пальто. Но мы его сразу сняли, потому что это какая-то бесполезная штука. Я не знаю, для чего она могла бы быть применена. Но ее мы, конечно же, решили расхламить. Она не нужна. А дальше носки, которые моему мужу не понравились. Ну, точнее, он покупал там по несколько пар каждого вида. И вот, ну, уже какие-то пары попробовал и остались этих же фирм, и он сказал, что он их не будет носить, это я отдам. Такие же томерские носки, тут какие-то еще, не знаю, называется марка. Вот, еще 2-3 пары новых. А это шарф, он уже хорошо ношенный, уже покашлатился. В свое время я своему мужу его дарила, но вот сейчас его просто уже носить нельзя, потому что вид его уже не соответствует. Так, давайте посчитаем, и я вам покажу две больших вещи. Давайте так считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. И теперь вам покажу две крупные вещи. Они у меня вот здесь вот в мешке для стройматериалов. Итак, что у нас тут? А тут у нас мясорубка времен СССР. И вот такая кофемолка, наверное, тех же времен. Я еще не знаю, куда я это пристрою, но мы этим не пользуемся. Вот такие две вещи с кухни, очень тяжелые, большие. И сегодня это будет 16-я и 17-я вещь. На этом все. Приходите завтра. Будем искать 18 вещей. Посмотрим, что из этого получится. Всем пока!